Дальше. Четыре способа очистить вашу энергию. Итак, первое. Произносить слова. Первое слово, которое очищает энергию. Мне нравится. Второе слово. Я радуюсь от того, что. Третье. Говорить себе. Я добрый-добрый человек. Я служу доброму-доброму Богу. Также, произнося «Ура!» на протяжении дня, представлять, будто вы светитесь, как будто вы сделаны из солнечной ткани, то есть сияющий такой человек. Таким образом, первое, второе, третье очищает судьбу, четвертое открывает чакры и улучшает общее состояние здоровья человека. Надеюсь, вам нравится то, что я сегодня говорю вам. Итак, можно ли себя излечить силой мысли? Да, конечно. Каким образом? Один из самых простых методов, который, по моему мнению, работает, это покаяться перед своей душой. Сказать себе, мое тело состоит из сознания, из моего тела физического и души, которая находится внутри моей груди. После чего необходимо лечь, закрыть глаза и произносить, моя любимая, милая душа. Я каюсь перед тобой за ошибки свои, я каюсь перед тобой за то, что я не развиваюсь в духовном направлении, за то, что я такая какашка, за то, что я такая злобная, за то, что я такая вредная, за то, что я раздражаю окружающих, за то, что я сама раздражительная, за то, что я критикую, комментирую и выделяю огромное количество негатива вокруг себя. Прости меня за это, я каюсь за это, я буду стараться, душа моя, помоги выздороветь моему телу. Делайте так 3 раза в день или перед сном, заметьте, или говорите, душа моя, пусть мои ножки выздоровят, пусть уже наконец-то перестанут болеть, я их так люблю. Мое сознание любит ножки, мое сознание любит правую ножку, левую, правый локоть и левый, это помогает. Вот используйте от меня такой вам презент.